Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть «Привет, соседа». Это от того соседа, который нас ловит. Погодите, чтобы уже остановились в подвале. Бежим сейчас за фонариком. Помните, фонарик здесь. И фонарик. Теперь мы идем убрать стул и вот этот фонарик. Это сосед подевался. Только теперь открываю эту дверь. Давайте посмотрим все. Ну, куда ты попал? Так, то не надо. Сейчас мы идем сюда. Куда сюда? Это подвал, что ли? Да. Это прохождение подвала? Да. А ты проходил уже подвал? Нет. А ты знаешь, как проходить? Я не помню, какой. Тоже мне надо. Значит, надо посмотреть, если там сосед, надо подождать, чтобы он ушел, да? Не закрыто. Закрыто? Да. Была открыта? Наверное, сосед опять закрыт. Могу сейчас идти. Что это такое? Мячики стреляющие штучки. Зачем ты их берешь? Беру, чтобы кинуть туда. Куда? В эту штуковину какую-то. Это я хочу. Если мне вот этот манекен все время кукает. Вот сосед стоит, да? Да. Такой лучше. Сосед сюда бежит. Бежит? Верно. Что оно шумит. Ух. А, я помню, он отсюда выскочил один раз, помнишь? Вот он. Он всегда, помнишь, в тот раз выскакивал оттуда? Да. Надо, наверное, посидеть и подождать подольше. Когда он пробежит, тогда пойдет. Тогда выходить, когда он пройдет. А какой сосед? Он там тебя караулит. Что-нибудь надо придумать. Стекло разбить надо. Чтобы что-то услышал. Сейчас он прибежит и тихонечко выскочишь и пройдешь там. Хотите фонарик? Ну, конечно, где-то здесь. Открой дверь. Стрелы сокровища.
А вот почему ты руками махаешь? Сосед! Глупый сосед! Что здесь? Ну, потом посмотреть можешь, там замочить? Нет. Пытаюсь. Чего он все время там? А как такие проходили? Ты смотрел? Смотрел. Как они проходят? Ты не запомнил? Запомнил. У них просто нет соседа. Нет соседа? Значит, это какая-то чересчур сложная, да, игра? Опять. Ну, спроси у ребят. Вы знаете, как пройти этого соседа? Кто-то знает же, кто-то проходил. А что ты делаешь? Настроить дружелюбного соседа. Ну вот, включи. Он включен, дружелюбный режим у тебя. Ну все, включен теперь. И что теперь он будет делать, сосед? Дружить с тобой? Наверное. А что ты сразу не включил? Пал никак не пройти. Может, подождать надо? Сейчас он выскочит. Он тут где-то бегает. Подожди немножко. Сейчас он туда пробежит, и ты туда тихонечко выйдешь и... Я знаю, что надо сделать. Сосед сюда не прибежал. О, точно. Видишь, тут трупы какие-то есть. Их надо покрутить. Что эти трупы? Ну, не знаю. Там кран был. Пишите. Эти? Да. Может, ты их отвернешь, чтобы... Хорошо. Нельзя? Нет. Что сосед? Там, кстати, какая-то дырка большая в этой крышетке. Мне кажется, вот здесь, видишь? Мне кажется, он оттуда пролезть может. Что там за дырка? Че? Кто-то уже ломал? Пролазил? Так ты что, ждешь соседа ищешь или что делаешь? Выключаю свет. Так ты проходи потихонечку, что ты соседа ждешь? На лице здесь. Это... А? Тебе туда пройти надо, что ли? Угу. Ну а зачем ты тогда закрыл вход? Там сосед не прошел. А, там чья-то рука махала. Твоя рука. Твоя? Да. Не могу понять, где сосед? Thank you.
Алекса, это все прошло с одним видео. Ну, папа помогает. Нет, он сам это все прошло. Я знаю, как и что вышел. Ну, да, догадайся, подумай. Видишь, это уже было. Теперь я могу опять лететь. Это был пошел. А опять он там встанет. Сосед что-то. Кстати, тогда помнишь, выскочил и тебя в шкафу нашел. Теперь он все так и бежит. Верно. Знаешь, почему он меня в шкафу? Буду сейчас. Ковер почищу. Стену почищу. Попру туда. Ого, куда я его кину? Что вы ж такие? А пускай по линейке кидает. Теперь я понял, как кидать. Так, может, просто вот так вот. Еще может, что, чтобы сошать. Ты куда-то. Ты все больше стоит. Так, долго. Как открыть? Давай выходим потихонечку. Я вам там выскочит. А ты открой, а сам через дверь. Он же убежит в сторону, а ты через дверь выходи. Где он стоит? Там я открыто? Не могу там. Там закрыто? Да. А ты не можешь ее открыть? Я еще тут изучить, что тут. А ты не можешь дверь там открыть? Нет. Вот тут мусорки. Ой, я знаю, что я могу сделать. Я могу на шкаф залезть. Наверное. Ой.
на шкафу. Фонарик выключай, потому что он тебя увидит через фонарик. Я-то не можешь войти сюда. Не можешь войти? Да. А зачем тогда ты туда залез? Просто хочу поласить хочу. Ну и что это? Зачем тебе лазить? Хочется полазить. Это клёво. Лазить очень клёво. Ну все, выключай тогда, завтра продолжишь. Потом еще посмотришь. Может, я по трубам попрыгаю? Попрыгай. Значит, попробуй пролететь, чтобы он тебя догнал, и тогда выключай. Может, у тебя получится пробежаться. Всем пока! Подписывайтесь на канал Стеф Зубный. Всем пока!